Татьяна Трофимова, редактор телевидения. Самое главное, почему я здесь работаю, потому что я люблю все, что я здесь делаю. Эфиры, новости, сюжеты, все. Люблю выезжать на съемки, разбираться в самых различных темах, узнавать что-то новое и рассказывать об этом людям. Я работаю на телевидении, потому что я просто люблю людей, и мне действительно интересно, что с ними происходит. Люблю работать в команде, а на телевидении один в поле не воин, поэтому у нас очень дружный коллектив. Я работаю на телевидении, потому что это постоянная занятость с утра до вечера, и мне даже не надо придумывать, как украсить свой день. Чувствую здесь себя как дома.